Вы мешаете моей прямой обязанности. Нельзя вам. Вот и все. Одно слово нельзя. А документ? Сам есть вот. Хорошо. Договорен с ними. Хорошо. Ваши документы покажите. Вы сейчас нарушаете закон. Я тоже не могу показать. Почему вы не можете поснимать? У меня фокус на люди. Сказать заявление, петиция о том, чтобы Республика Польша не давала потому что по суду над Владимиром Козловым видели, что справедливости у нас нет, справедливости судового производства. И что, как прошла встреча? Ну, нас встретил консул Республики Польша. Он выразил как бы это сочувствие той ситуации, которые сейчас оказались как бы наши диссиденты, еще выразил, если кто еще просил политическое убежище в Польше, и сказал, что наше письмо передаст президенту Польши, переведут наши все письма на польский язык, мы в движении с фальсифицированных обвинений, к сожалению, наша власть скоро будет известна по всему миру такую репутацию, что ни одному обвинению, выдвигаемому прокуратуре власти, оппозиционерам, можно не верить.